Инженеры будущего. Центр с таким названием начал сегодня свою работу на базе Чебоксарского электромеханического колледжа. В его открытии участвовал глава Чувашии Михаил Игнатьев. 3D-принтер и лазерно-фрезерный станок. Еще вчера эти устройства были технологиями будущего. А сегодня их активно применяют на практике не только опытные специалисты, но и студенты техники. Ценность этого оборудования практическая заключается в том, что любой человек, в принципе, без особого такого сложного специального образования может освоить процесс гравировки, например, да, и вырезать изделия, которые ему нужны. Да. Можно вырезать обычные, вот, например, обычную гравировку делать и как пазл собирать из другого цвета. И собрать, например, полноценный герб Чувашской Республики на основе этой картины. Также можно делать книги для слепых, например, по методу Брайля. Открытие такого центра – отличная возможность воплотить свои творческие замыслы. Дима Концов давно работал над одним интересным проектом в сфере энергосбережения. Перейти от теории к практике удалось благодаря наличию современного оборудования. Возможности данного центра дают нам мощный толчок для реализации своих идей и позволяют оценить свои силы в таких направлениях, как электроника и энергетика. Конечно же, хотелось бы работать в этой сфере, в разработке электронных устройств, и диплом тоже буду делать в данном центре. Дмитрий – один из стипендиантов главы Чувашии. Многое сделано, но нам предстоит еще многое сделать. Ибо тренд на импортозамещение с учетом предъявленных санкций сегодня есть. И есть дополнительные возможности для молодых людей, у которых есть соответствующие умы, мозги, можно сказать, для того, чтобы самореализоваться. И наша задача, она стоит в том, чтобы каждый человек, или девушка, или юноша, который здесь, который учится в других учебных заведениях, могли по своей отобранной профессии, квалификации, могли работать, трудиться и зарабатывать. Центр инновационного творчества создан не только для учащихся колледжа. Здесь могут проверять свои творческие идеи обычные школьники. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев, Республика.